Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители канала «Сады и цветы». Предлагаю вам пройти со мной по апрельскому саду и посмотреть, что цветет. В этой маленькой выставке луковичных перед домом, такой мини-крикенхоф, сменилась палитра. Теперь в основном здесь желтые и белые цвета, нарциссы, гиацинты. Ну, для некого контраста есть немножко сиреневого. Продолжают цвести мускари. Это вот белый сорт мускари армянского. Под увядающими хианодоксами Pink Giant еле-еле нашел росточки джефферсонии двулистной. Вот она уже с бутонами собирается цвести, листья пока еще не выдвинулись. А джефферсония сомнительная, уже переходит от своей пурпурной окраски к зеленой, и первый бутончик уже раскрылся. Как я уже говорил, цветут мускари. Это мускари широколистный, гиацинты. И вот зацвели уже тюльпаны ранее. А это пушкиня. Светло-светло. Голубые мелколуковичные цветочки. Очень красиво, особенно когда она растет полянками. У меня пока она еще не рассеялась. Собирается зацветать флокс шаловидный. Вот уже видны первые бутоны. На пике цветения анемона нежная. Это ее фиолетовая, наиболее распространенная в моем саду форма. Такая она сине-фиолетовая. Даже больше синяя. Это белый сорт с красной оборотной стороной лепестков, с красновато-розовым. Очень красивый. А это еще один сорт. На этот раз пурпурно-фиолетовый с белым центром. Очень яркий. Листва у него тоже темно-зеленая. По весне совсем пурпурная. Вот так сейчас выглядят побеги пиона Барцелла, этого гибрида, с желтыми цветами, ярко-ярко пунцовый. Ну и не могу, конечно, не показать пион Coral Charm, он уже огромный просто, уже распустил листья, позеленели они, и первые бутончики у него уже видны, да что там бутончики, настоящие бутоны. Это цветет молочай средиземноморский под вид вульфина. Очень декоративное по весне растение. Желто-зеленые соцветия. В центре каждого цветочка пурпур. Собирается уже цвести калина складчатая, форма розея. Стоит в бутонах. А на стюарте и китайской набухли шелковистые почки. Они действительно очень-очень декоративно и выразительно смотрятся.
Вот здесь хорошо виден мускаря армянский, синий и голубой, абсолютно ярко-голубой, светлый мускаря сорта Валери Финес. Этот цветет тюльпан Грейга Калипса. Растет он на этом месте уже с 2009 года. Иногда больше цветов, иногда меньше, но цветет стабильно каждый год без выкопки. Зацвел разрезно-корончатый нарцисс Ванила Пич, по-моему, он называется. Совершенно прекрасный сорт, очень надежный, цветет у меня каждый год, исключительно красиво. А это нарцисс Талия, белый, всегда смотрит вниз, но очень мне нравится, потому что изящный. Мой уголок с морозниками продолжает радовать. Сейчас уже подключились мускари армянские к этому уголку. Очень красивые. До сих пор цветут. Листья, конечно, у них не ахти, но я не обрезаю. Больше всего мне нравится белый с розовой каемочкой сорт, который сейчас уже позеленел. Попробую потом собрать семена. А это распустились листья клопогона Джеймс Комптон. Они не только по весне пурпурные, они такими и останутся. Темно-пурпурными. Очень нравится мне этот сорт. Уже абсолютная весна, распустились и листья на багрянике. Это означает, что, скорее всего, заморозков уже не будет. Еще одно растение с очень декоративной по весне листвой – это седумы. Вот это вот сорт Карфункельштайн. Такой вот он серо-буро-малиновый по весне. А это нарцисс Golden Echo. Желтая трубка. Белый венчик. Очень красивая по весне листва у василисника Эллен. Она такая сизовато-серая, с пурпурными верхушками. А это полянка мускари широколистного. Уже готовится цвести декоративный злак перловник одноцветный Альба. В нем же сидит тюльпан Queen of Night. Перловник будет цвести белыми цветочками.
Queen of Night практически черными. Такой вот контраст. И весь в бутонах стоит Clematis Diamantina. Очень надеюсь на его пышное цветение в этом году. Такие уже очень большие бутоны. А это разворачивает свои затейливые листья Катран Приморский Lily White. Просто айкетч уже развернулась и сразу была объедена слизнями. Надо срочно что-то сыпать. Раскрылись первые цветки рододендрона Таурус. Скоро он будет стоять весь алый. Зацвела абриетта. За эти годы она уже сильно разрослась на подпорной стенке. Поразительную желтизну добавляют весенние цветники, побеги бора развесистого ауриум. А вот этот миниатюрный нарцисс Golden Bells цветет у меня каждый год в 1-2 цветочка. Но может еще что-то появится в этом году, хотя я не уверен. Вылезли листики кленолистника или мугдения Русси. Уже вовсю цветет высокая аурея, желтолистный сорт. Вероника миссурийская уже отцвела, остались последние фиолетовые цветочки. Ну что ж, будем теперь любоваться ее красивыми круглыми листьями. А в целом сад сейчас выглядит так. Спасибо за внимание.